Лисы, я преподаватель колледжа полиции. Сегодня я вам представлю модуль МДК-0101 «Тактика специальная подготовка». Тема сегодняшнего нашего занятия – «Ведение дисциплины». Предмет дисциплины «Тактика специальной подготовки» включает в себя теоретическую подготовку обучающихся по применению нормативно-правовых актов, которые регламентируют несение службы, пределы допустимости, а также применение тактических приемов. Основной целью дисциплины тактика специальной подготовки является формирование готовности выпускника к охране общественного порядка, общественной безопасности, ну и, конечно же, предупреждение и пресечение различных правонарушений. В ходе изучения дисциплины у обучаемых формируются высокие морально-психологические качества, развивается тактическое мышление, вырабатывается самостоятельность, инициатива, творческий подход и способность выполнять служебную задачу в любых условиях. Дисциплина «Тактика специальная подготовка» включает в себя изучение основ применения и использования физической силы, специальных средств огнестрельного оружия, действия в различных условиях, в том числе по предотвращению и расследованию преступлений. Учебная дисциплина содержит следующие задачи. Формирование и закрепление совершенствования у обучающихся профессионально-прикладных знаний. Выработка и закрепление у обучающихся устойчивых навыков и умений действовать в экстремальных ситуациях. Повышение у обучающихся уровня физической подготовки. Развитие у обучающихся профессиональной, психологической, моральной, нравственных и других деловых качеств. Приобретение ответственности и самостоятельности, повышение их правовой культуры. До встречи на занятиях, товарищи слушатели. До свидания.